Парламентская ассамблея – это орган, который издает документы, которые кладутся на стол 47 президентам, премьерам и парламентам, как Европейского Союза, так и стран, которые находятся рядом с Европейским Союзом. Это основа геополитического мнения всей Европы. Поэтому каждый документ очень важен. Нами заготовлены документы, которые будут рассматриваться уже на следующих сессиях. На следующих сессиях мы будем рассматривать такие вопросы, как права крымско-татарского народа на оккупированной территории, их нарушения. Будем рассматривать вопросы, связанные с нарушениями на Донбассе. Соответственно, наша задача, чтобы Украина всегда оставалась в повестке дня. Поверьте, европейцам мы надоели. У них есть предложение от Российской Федерации в миллиардными суммами для того, чтобы заборить по Украину. У них есть страх, который побуждает их стоять чуть дальше от проблем. Это такая европейская частая тактика. Они не ощущают на себе, что мы защищаем их на нашей границе. Именно так было построено мое выступление, что мы готовы делать сумасшедшие реформы. Мы сделали сумасшедшие реформы. Нацполиция, которая увеличилась доверие с 4 до 86%. Мы открыли реестры. У нас самое жесткое во всей Европе антикоррупционное законодательство. У нас сделаны реформы в сфере децентрализации. Мы все сделали. И был сейчас доклад, я сказал, мы могли бы сделать гораздо больше. Но у нас идет война на нашей территории. И нам бы было гораздо легче, если бы вы выполнили Будапештский меморандум, где ваши солдаты пришли бы на нашу территорию, ваше сумасшедшее новейшее оружие, защитное оружие, стояло бы на наших границах. И тогда бы мы знали, что у нас есть больше возможности развивать себя.